С победой из престижного конкурса вернулся фотокорреспондент газеты «Слово нефтяника» Сергей Кутовой. С 26 по 28 июля в Омске проходил межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь. Территория надежд». Проводился он уже в 12-й раз, и по традиции в нем принимали участие журналисты и другие работники СМИ, поднимающие в своих материалах темы развития Сибири. Подробности в следующем материале. В этот раз в Омск съехались около 150 представителей средств массовой информации со всего Сибирского федерального округа. Сергей Кутовой на конкурс отправлял несколько репортажей, но победу в номинации «Фотография. Сибирский репортаж» ему присудили за снимки с празднования Дня оленевода. Сочетание приятного с полезным и праздник. Я там побывал на Дне оленевода и в том числе и подготовил такой вот репортажик, который занял... Для меня удивительно, но первое место, да. Это не постановка, это динамика, это надо находиться в нужном месте, в нужный час, в нужную минуту, там, где это все совершается, там, где это все происходит. Без репортажа, ее живости, так сказать, репортажные съемки, в принципе, не получилось бы ничего. На память о признании таланта Сергея Кутового диплом и нагрудный знак «Золотое перо». Кстати, впечатления от самого конкурса только положительные. Общение с коллегами, прогулки по Омску. Особенно запомнилась экскурсия в Большеречье. Там представители СМИ посетили историко-культурный комплекс «Старина Сибирская». Фоторепортаж из самого конкурса и из Большеречья. Уже завтра можно будет посмотреть на нашем сайте ноябрьск.рф. Культурно-историческое место – это церкви, деревянное зодчество. Это в каждый дом мы заходили, это было представление особое, там, где женщины в этом деревенском таком одеянии, в таком деревенском говоре все это рассказывали, показывали. Вот, все были в восторге, и это вот была незабываемая такая вот встреча. Ольга Попова, Григорий Куроптев, новости нашего города.